Вот сегодня у нас должно быть 15 апреля. Попросили, позвонили, чтобы заснять, как снег идет. Но снежинки небольшие, но покрыто все снегом. Стихотворение считали раньше. Апрель, на дворе звенит капель, а тут метель. А это кошки черные тут, которых мы выпустили из подпола. И они за мной бегают, я их кормлю сейчас. Видишь, они, дырочка такая, они под тамбур с церкви. Вот оно бегает, где слышит все. Ну что, третья-то где? Третья где? Это маленькая, самая пугливая. Ну а сейчас что мне надо? Вот я стою здесь на крылечке, ну, чтобы не залепило мне окуляр тут снегом. Вот сейчас я думаю подойти к березе. Вот эта вот береза наклонная. И вот, видать, бутылка висит. Не бутылка, а банка. Вот она. Да сколько набралось. Ну, там снимать нельзя. Снег падает, мокрый. И вот оно. Сейчас мне надо ее залезть. Я принес кастрюлю. Вот она у меня, кастрюля стоит. Вот Надежда Васильевна, там сучок тоже отрезан был и капает. Она вылавливать пытается. Батюшка сейчас позвонил. Видите, как в тумане, как еще. Да еще светло. Это так кажется, как в тумане. Здание. Снег-то идет, затмевает. Вот так. Все. Побежали искать у соседей где-то, кто покормит. Но сейчас придем, придем. Там корм уже готов для вас. По соседи показать. Вот. Дальше, видать, вон большие здания, которые стоят красивые. Вверху. Вот. Вот. Все как в тумане. Вот так. Ну что тут, оно тут сразу тает. Температура, похоже, выходит, что ну, не больше 1 градуса, если мороз есть. Все. Что сказать-то тут? Сосед вот домик строит, это горело здесь, у него сгорел, его отправили куда-то в интернат, он с ума сошел. Пил, пил человек, курил, и давай бесов ловить, там все ломать и бесов бить. Вот как Иван Карамазов в фильме показывает, так и этот. Все.